А это Флинн Райдер. Мы его тоже вчера купили. В Дисней Сторе. Будем открывать. Да. Ух, наконец-то мы его вытащили из этого пластмассового ящика. Теперь надо его тут освободить. Развернуть и достать. Да. И называй столы, которые проще. Раз. Тут. Как тут серьезно закручено все. У него еще голова приклеена. Привязана. Что еще его держит? Еще сзади. Вот. Это я уже освободил. Он еще и за ноги привязан. Вы видите, он привязан за ноги. Его тут запаковали в этот гроб так, чтобы он отсюда никогда сам не вылез. Ну, конечно, чтобы не убежал от хозяина. Да. Не убежал из магазина, пока его никто не купил. Да. Так, блин. Прикольно. Такие штучки я люблю. Мы уже почти там. Опа! Все. Вытащили мы его из этого гроба. Все. Еще где-то что-то держит. Вот это. Нет, цепи вот. Ой, вон, привет, сзади. Дружище. Ноги сзади. Ой, ух ты. Там нога в ботинке. Видите, у него ботинок есть. И там нога еще привязана. Этих проволочек накрутили здесь. На хомутале очень много. Так, ну-ка давай свои сапоги. Слушай, у него сапоги такие, которые можно на нашего кота надеть. И у нас будет кот в сапогах. Ну, точно как бы по размеру кота. У кукол почти такие же, только у кукол они меньше. Но это же мальчик. Мальчик. Все, босый уже. По столу голова ходит. У него какая-то очень твердая. Потому что у него волосы. Волосы у него не настоящие. Да. А у всех кукол остальных они мягкие. У кукол мягкие. Еще ему на руку прицепили. А это же тут, это он лошадь держит. Это его лошадь. Это его карманная лошадь. Вот она к нему тут пристегнута, мы ее сейчас тоже. Не, ну тут, а еще тут на резиночке, и не надо ее отцеплять. Нет, резиночку мы не будем отцеплять. Ой, у него что-то там внизу, под этим, под пиджаком. Под пиджаком? Сзади. О, защита! Что-то у него под кафтаном какая-то защита. Тряпочная майка. А внизу ничего. Сейчас эту майку с него снимем. Можешь эту штуку снять. Она снимается. Снять с него кафтан? Кафтан, да. Еще у него на горле что-то. На горле скотч. Его вообще так запаковали, чтобы он как-то вообще реально. Еще как-то это все странно выглядит. Ну, скорее всего, у них какая-то новая программа, что они так сильно запаковывают кукол. Понятно. Чтобы, скорее всего, они скорее всего, они привыкли для тех, которые коллекционерные. Коллекционные куклы, да? Да, чтобы их так страшно запаковывать. Ну что, Флинн, что ты криво стоишь? Потому что они все падают. Ну, Флинн хочет отжиматься. Он у нас спортивный мальчик. Вот так пусть отжимается. Рапунцель ушла, но ничего. Рапунцель дома вообще сидит. Да, Рапунцель дома сидит, а Флинн отжимается. В Англии. Ну правильно, потому что Рапунцель далеко, а он пусть отжимается. Не отжимается, он стоит в планке. Видишь, он крепкий чувак. А еще, чтобы еще сложнее в планке стоять, он может одну ногу поднять. Вот так. Видишь, можешь ему посчитать до 15. Молодец, Флинн. Крепкий чувак. Теперь поднимем другую ногу, постоим в планке вот так. Теперь... Повернем его другой стороной, чтобы все видели его карманную лошадь. Карманная лошадь. Флинн в планке. У него голова такая тяжелая, ему тяжело стоять. И в планке он будет с одной, тяжелая, с одной поднятой ногой, чтобы в планке было стоять тяжелее. Все,
Привет, Юрсане, клубу здорового образа жизни. Вот так. Вместо того, чтобы я стоял в планке, будет стоять блин. А это его чубитки. Я думала, они кожаные, но они пластик мягкий просто. Именно. Встань, сейчас чай пьет и обратно отжимается. Да, и пусть отжимается. Встал, пил чай, потом обратно. И крутя. Теперь другую ногу. Меняем ногу. Поменяли ногу. Тренируем Флина Райдера. Он у нас будет очень тренированный. Пока-пока. Ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал. Я вам покажу много чего интересного. Пока!